Здравствуйте, друзья. Зовут меня Елена. Проживаю на севере Московской области. Ну вот, двое суток я искала на улице помидоры. Нашла. Эти сорта я не знаю. Это я высевала пачки, которые надо было выбросить. Вот такие вот тут прикорневые пасынки. Даже с помидорами. Сейчас, наверное, мы их туда, вон там их мест, наверное, осталось. Засунем. Так. Это пасынки от каких-то гномов. А вот это пасынок от 2-килограммового. Вот он зацвел. Вот здесь даже есть помидорчик. Ну, вот сейчас как-то еще один завяжет. Я его отрежу, все остальные цветочки. Здесь у него вот еще одна кисть. Но это уже пошел еще один пасынок. Его я тоже отрежу. Посмотрю, что он может дать на улице. В теплице я его, конечно, упустила. Так, сейчас я вам покажу. Вырос у нас вот эти огурцы, которые я сажала из отходов, то, что выросли. Вырос вот на нем огурец. Первый. Тут завязей на нем еще много. Думала, что будут длинные, оказывается, нет. Нормальный, пупырчатый. Руки грязные от помидор. Эти я сегодня еще... Вот это у меня тут кусочек гномов еще. Но гномов у меня совсем мало. И тут, конечно, я еще... Сегодня сюда я не дойду. С 9 утра. Так, это мои... Мой любимый сорт. Но в этом году и у него... Гном полосатый тигр. Кусты развязала, а связывать уже этот решила, пусть так валяется. Не буду я его трогать. Я его весь пообломала. Сейчас покажу, понасажали мы от него. И еще очень интересное. Они должны быть вот такие, с ацицианом. Первые два куста, три, с ассоцианом, а все остальные просто зеленые. Те, на которых они есть, не знаю, как вот эти, может, что-то здесь будет другое. Ну, на этом тоже. Также чисто зеленые. Ну, этот он спеет. Листья я у него все обрезала. Вот весь он тут спеет. Это здесь у меня какие-то пасынки были посажены из теплицы, оторванные, сразу воткнутые. Это вот оконный. Он тоже уже набирает цвет. Вот, конечно, этот безобразный. Ну и, как я уже говорила, еще раз говорю, я больше никогда так поздно сеять помидоры не буду. Для глома февраль это просто. Так, это вот тоже... Ну, помидоры, скажем так, нашла. Какой это сорт, я не знаю. Это не оконный. В общем, я не знаю. Больше похоже, наверное, на балконное чудо. Отвалился, пока резала. Я их все отвязывала, потом привязывала.
Написано, что это гордость Пирса. Но в этом году моим надписям верить нельзя. Так, это жар птица. Мятные полоски, но полосок я на нем не вижу. Кто тут у меня еще? Написано, что это черный бизон. Но это не гном, это помидор обычный. Но на черный бизон он не похож. С другой стороны, у меня есть черный бизон. Сейчас я вам его покажу. Помидорки есть, но очень мало, очень. В том году в это время уже помидоры были оборваны, основная масса. Это Элзи. Дикий картофельный лист. Помидор совсем мало, причем все они очень-очень мелкие. Так. Вот это у меня здесь косово. Еще один помидор. Видите, тоже какие поросятки наросли даже на улице. Но почему они плоские, мне совершенно непонятно. Они должны быть сердцевидные. И в теплице у меня то же самое. Тут кто? Зеленая тайна личинки. Ну, на нем немножко помидор есть. Ну, это опять тигр полосатый. Вот здесь вот он весь с этим, с асоцианом. Но надо мне их кормить. Я их не кормила. Здесь вот у меня развалюха какая-то. Надо его сейчас собрать и привязать. Судя по помидорам, это дебарау какой-то. Если судить по кистям. Ну, на нем вот такая вот беда. Помидор черный. Эти я еще не трогала. И как-то это самое. Не очень-то я их хочу трогать. Здесь оно все неизвестное. Ну, пока вроде как все живо и здорово. Сейчас, конечно, я их набрызгаю, пока вроде бы нет дождя. Ну, типа в теплице я так и не была. Эти мои вот тут 2-килограммовые. Я только, как всегда, пришла с ними, поздоровалась. На этом все. Сейчас нужно оборвать огурцы там. Висят. Китайца я сорвала сегодня уже одного, как пришла. Теплицу я брызгала. Ну и теплицу надо помидоры вершковать. Все, уперлись. Единственное, что я не буду, наверное, вершковать вот этот. Я привяжу веревку и просто перекину их через веревку. На них уже понавязалось по 9 кистей. И цветет он до самого этого. Это супер экзотик. Ну, еще ничего абсолютно не спеет. Эти поросята тоже вон лежат все. Хотела сегодня принести красное полотенце, положить на ящики красное полотенце и забыла. Ладно, до завтра, если не умру, то... Сейчас я вот этот 2-килограммовый. Я просто боюсь их трогать, подвязать их. Так я и не подвязала. Еще мне их нужно снять, отправить туда. Девочкам вчера я не видела, что они вчера показывали свои помидорки, но 2-килограммового я у них не видела, чтобы они в этом году сеяли.
Вот это моя рука. А это вот этот помидор. Вот здесь вот этот нижний тоже такой же здоровый. И вот тут крайний. Но эти поменьше. Сейчас я им сниму, отправлю. Узнаю, что вот это вот такое. Почему они с такими... Здесь выше вроде бы как нету. Но это тоже из махрового цветка похоже. Нет, тоже вот видите какие. Такие, конечно, помидоры. Даже если они будут 5 килограмм веса, я такие помидоры не люблю. Ладно, может, конечно, это год такой. В чем я очень сомневаюсь. Ну, хотя они, в принципе-то, не все. Эти вот чистые. Ладно, все. Всем спасибо за внимание. Теплицу завтра сделаю, тогда уже, наверное, покажу. Там с той стороны эти, конечно, вратахи лежат уже. Не знаю, наверное, обрезать мне их, что ли. И пусть они дома дозревают, чтобы давали другим нарастать. Все, всем спасибо за внимание. С вами была Елена, Московская область.